Комиссионный магазин «Богдана» принимает под реализацию мужские, женские, детские вещи и обувь, а также детские коляски и игрушки. Адрес: город Самара, улица Самарская, 49, напротив Троицкого рынка. Телефон 8 937 204 1262. Общество с ограниченной ответственностью «Богдана» предлагает услуги по профессиональной уборке, в том числе после ремонта. Телефон в Самаре 8 937 204 12 62. Приглашаем на работу менеджера по продажам рекламных возможностей на радио. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение. Опыт в продажах приветствуется. Телефон в Самаре 226 65 66, добавочный 304. На теплый склад требуются помощник кладовщика, зарплата до 26 тысяч рублей, комплектовщик, зарплата от 21 тысячи рублей. Различные и гибкие графики работы. Телефон в Самаре 8 939 717 88 64. В офис требуется вахтер. График работы 2 через 2 или 3 через 3 дня с 9 часов утра до 18.00. Зарплата 22 тысячи рублей. Рассмотрим пенсионеров. Телефон в Самаре 8 987 44 79 303. На теплый склад требуется наборщик товара, помощник кладовщика. Оплата ежедневная 1550 рублей в день. Различные графики работы: 5 через 2, 2 через 2, 3 через 3 дня с 9 часов утра до 18.00. Можно без опыта работы. Телефон в Самаре 8 987 985 15 49. Требуется комплектовщик товара. Оплата ежедневная 1340 рублей за смену. Различные графики работы: 2 через 2, 3 через 3, дневные и ночные смены. Телефоны в Самаре 8 927 765 19 64, 8 917 105 78 50. Продается четырехкомнатная квартира на первом этаже 10-этажного кирпичного дома в городе Самаре на улице Ставропольской, пересечение с проспектом Кирова. Телефон 8 937 651 86 26. Продается дом в селе Утевка Нефтегорского района, в 70 километрах от Самары. Участок 10 соток. В доме газ, вода, слив. Дом находится в центре села. Рядом школа, торговый центр, детский сад, храм. 1 километр до реки Самара. Телефоны 8 927 609 06 14. 8 927 607 27 44. Продается дом в поселке городского типа Алексеевка Кинельского района. Участок 15 соток. В доме свет, газ, вода. Рядом река Самара. Цена 1 700 000 рублей. Торг уместен. Телефон 8 927 722 91 70. Продается или меняется на квартиру в Самаре жилой кирпичный дом площадью 48 квадратных метров в селе Красный Яр, поселок Городцовка. Дом со всеми удобствами, есть баня и хозблок. Участок 12 соток с плодово-ягодными насаждениями. Телефон в Самаре 8 927 002 71 71. Продается дача в Новосемейкино, массив Сокский, земельный участок 5 соток, в собственности. На участке кирпичный летний дом, 70 квадратных метров, свет, летняя вода. Цена 980 тысяч рублей. Телефон 8 927 265 30 75. Продается дом, 74 квадратных метра, в Ивантеевском районе, 130 километров от Самары. 11 соток земли, сарай, гараж, теплица. В доме туалет, вода, котел. Телефон 8 927 725 21 59.
Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333-30-81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван». Офис 212. Телефон 227-55-62. ООО «Ареал-Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932-22-12. ООО «Фабрика вакансий». E-mail grafopersonal@mail.ru. Телефон 272-37-57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала «Работа.ру». Улица Дзержинского, 98. Первый вход. Офис 414. Телефон 210-230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий». Улица Комсомольская, 18. Телефон 2-11-54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время». Улица Гая, 39А. Телефон 2-22-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления». Улица Кирова, 46. Телефон 98-34-01. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна». Улица Ленина, 14. Телефон 2-12-68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия». Улица Победы, 20. Телефон 3-30-61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя». Улица Советская, 29. Телефон 2-15-70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65-66, добавочный 163. Адрес электронной почты реклама@губерниятв.ру.